Реконструкцию объектов мелиорации нужно выполнять один раз в 20 лет. На этих землях, что принадлежат ОАО «Плещицы», технику и мелиораторов видели лет 40 назад. Сегодня основные работы близки к завершению. Для опытного машиниста-экскаватора Павла Сыцевича не бывает легких объектов. Они все в мелиорации достаточно непростые. В помощь многофункциональная техника. Техника хорошая, импортная. Экскаватору 6 лет. Особых проблем не доставляет. Корчевка, разработка новых каналов, почистка старых. Обязанность мелиораторов – обеспечить уход за этой землей, проводить реконструкцию, ремонт и обслуживание мелиоративных систем. Культуротехническую мелиорацию для того, чтобы скот был накормлен, а зерна имелось в достатке. Брещина – самый мелиорированный регион страны, где находится четверть осушенных земель. Объем выполняемых работ вырос и вырос значительно. Чувствуется даже по той нагрузке, которую даже и не рабочие делают, которую даже прорабы делают. Сразу чувствуется, что нагрузки значительно выросли. Самое сложное то, что, скажем, зарастают и площади, так как те мелиоративные системы, которые год постройки, вот 40-50 лет, то есть идет где-то вторичное заболачивание, зарастают и площади, и кустарниками, и деревьями, также и каналы. «Люди на болоте» – это не о произведении литературы. Таковы природные условия ведения хозяйства. Процесс мелиорации не самый быстрый, но вопрос расширения площадей плодородных земель крайне важный и требует вложения немалых денежных средств. Самый большой объем работ по стоимости, будем так говорить, у нас два объекта реконструкции. Один мы завершили успешно в июне месяце. Это реконструкция мелиоративной системы «Лосище-2». Было порядка 1,6 миллиона рублей освоено, там работ произведено на 1,6 миллиона рублей. И также на объекте Горного-1, Лемешевичи, тоже стоимость объекта 1 миллион 700 тысяч. Год для мелиораторов Пинского ПМС завершается, можно сказать, удачно. По ремонтно-эксплуатационным работам освоили 14 миллионов рублей, по реконструкции – более 5. Приступили мы в июне месяце к выполнению этих работ. Сдача объекта планируется в ноябре месяце. Сроки там уже... Работы завершены на данном объекте на 80% в основном. В 2025 году объем работ будет не меньше. Для его выполнения достаточно техники. Не хватает рабочих рук. Пинская ПМС сегодня открыла вакансии для механизаторов, которых готовы трудоустроить.